Объединения совладельцев многоквартирных домов стали появляться в городе Родинское летом 2016 года. С самого начала ОСМД заручилась поддержкой мэра Покровска Руслана Требушкина и Покровского городского совета. Большинство домов уже поменяли внутренние коммуникации, провели наружные работы, а также занялись благоустройством придомовых территорий. Успешно закончился отопительный сезон. Управляющая компания, благодаря материалам, выделенным Покровским городским советом, справилась со всеми авариями в осенне-зимний период. Благодарим Покровский городской совет, также Руслана Валерьевича Требушкина за проделанную колоссальную работу по поводу выделения материалов города Родинское, за помощь домам УСББ. Все дружно, сплоченной командой в городе Родинское принимают активное участие в разгрузке материалов. С наступлением весны жители снова взялись за дело и начали проводить ремонтные работы в домах. И накануне объединение совладельцев получили в помощь строительные материалы – цемент, трубы и доски. Сьогодні уперше у цьому році ЖКВ Покровської міської ради видає будівельні матеріали для виконання ремонтних робіт у житловому фонді міста Родинського. Як ми бачимо, Покровська міська рада виконує покладені на себе зобов'язання. Програми, запропоновані Покровським міським головою Требушкіним Русланом Валерійовичем, діють і в цьому році. І як ми бачимо, створення ОСББ – це найбільш ефективний спосіб управління багатоквартирними житловими будинками. Мешканці міста Родинського, приєднуйтесь до нас, а ми зробимо все від нас залежне. Жители многоквартирных домов рассказывают, что присоединившись к ОСМД, им стало гораздо легче решать коммунальные проблемы. В 2016-м количество домов, вступивших в объединение, составляло 70, а в этом году их число возросло до 116. Без помощи ОСББ они очень тяжело выживать, но буквально недавно мы заявочку подали и сразу же нам предложили приехать и забрать подготовленные для нас конкретно материалы. Большая благодарность, конечно, Федорову, Требушкину, они очень помогают, они очень отзывчивые, чуткие к нашим просьбам. Пришли за трубами, менять будем. Вот, поставили нам счетчик. Ну, в общем, все у нас пока ладится. Получаем последнее время для нашего молодого ОСМД, для нас очень необходимо, очень важно, ну, крайняя потребность. Нашему дому 60 лет, он барачного типа, строился он еще с самого основания города и находится в центре города. И мы добиваемся, чтобы у нас и территория была ухоженная, и чтобы дом был нам для жизни уютный. Заявки от председателей ОСМД рассматриваются и выполняются в максимально сжатые сроки. Жильцы домов, состоящих в объединении, уже решили ряд проблем. И в ближайшее время собираются сделать условия жизни в своих домах еще лучше. Тем более, что поддержка от покровских властей обещает стать постоянной.